Про что бы это записать видеоролик? Про привет, сосед, что ли? Так, что у меня с бородой? Так, так, так. Попа? Попа! Ну ладно, давайте играть. А ты похож на жопу, 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 а ты похож на жопу. Всем привет, друзья, с вами Неломоб, и сегодня мы будем выполнять интересненький челлендж. Написала мне белая шоколадка. White — это же белый цвет, правда? Белая шоколадка, white chocolate, написала мне. Чтобы я собрал все манекены в Альфе 2. И мы это попытаемся сейчас сделать. Только никому не говорите, мы постараемся это сделать тихонько, тихонько. Что же я помню? Я помню, что... Подождите, закрыто все. Все закрыто. Как же не попасть к соседу в дом? Если тут все закрыто. Ворона не сидит. А, вот он. Ну, он в игрозе через окно. Ну, незамеченным нам не получится пройти. Сейчас зато он нам двери пойди откроет. Он выбивает двери, потому что они замурованы у него, посмотрите. Он доски разломал сам. Ну и молодец. Пишем хвост. Нам нужно для начала просто-напросто обследовать дом. Манекена тут... Телевизор включает. Ну ты тут себе включай, а я иду искать манекен. Манекена тут нету. Хорошо, тут тоже нет манекенов. И здесь нет. И здесь нет манекенов. То есть, получается, манекены только были вот здесь. И, по-моему, всего лишь один. Вот манекюречка, любименькая. Так, забрали все-все-все и улетаем домой. Забрали себе один манекен. То есть, получается, на поверхне, то есть на самом верху у нас всего лишь одна Сьюзи. А где мы их будем собирать? Ну, только не в ванной, только не в туалете. Наверное, вот здесь выстроим их в ряд. Красиво, попытаемся их поставить. Опа, пока что одна. Одна милашечка, одна милашечка. Где могут быть еще? Ну, по-моему, мы здесь уже больше не найдем. Ворона, вороночка. Только не клюй меня, пожалуйста. Тут, значит, больше нету их. Остается... А, вот еще одна, а я не заметил. Значит, здесь все-таки две есть. На карте сверху у нас есть две Сьюзи. Но, возможно, где-то еще спряталась. Нет, тут пусто. Идем в нашу ванну. У нас тут уже два манекенчика. Вот у нас два их. Отлично. Ну, если вдруг вы знаете, или ты, конкретно ты знаешь, что где-то есть еще один манекен, напиши в комментариях, и мы попробуем его найти. Потом пока что я не знаю. Он меня даже словил, как он посмел. Нам нужно сейчас спускаться вниз на поиски остальных, манекенов. Так, мы, в принципе, внизу не помню, вот честно скажу. Был ли, по-моему, был один манекен вот здесь. Точно, и я прав, он есть. Так, манекенчик, забираем еще один. Итого у нас уже три манекена. Три манекена. Так, смотрим, что у нас тут. Вот так, пролазим тихонько. Напомню, что здесь карта заканчивается. И все на этом. Значит, надо теперь тут все обыскать. Но видите, меня заграждает, я ничего не вижу. Мне нужно что-нибудь взять в руки такое, чтобы меня... не заграждало внимание, то есть взгляд. Ой, подождите, куда идти? Вот тут нету манекенов, нету, вот здесь тоже нет. Мы так потихоньку можем, в принципе, идти посередине и наблюдать, чтобы я нигде не пропустил ни одного, ни одного, ни одного. Здесь, в принципе, нету. Вот, горит! Могу забрать? А я не могу забрать этот манекен. Почему я не могу? Это несправедливо. А вот и есть, который манекен не могу забрать. Кружку возьмем, чтобы у меня руки были свободны и было... Вот, значит, этот манекен не берется. Итого у нас сейчас уже раз, два, три, четыре манекена. Хорошо. Что у нас тут? Тут ничего интересного. Отсюда мы пришли, надо тут все еще обследовать. Посмотреть манекены, может быть, какой-то шкаф подозрительный. Кстати, можно его открыть или нет? По-моему, его открыть нельзя. Не открывается. Ладно, давайте теперь ориентироваться, где мы находимся. Там горело. Вот по этому коридорочку мы хотели пройти. Тут спуск вниз. Понятно, вот тут горит манекен. По-моему, у нас всего лишь 4 пока что манекена. Идем по финальному коридору. Хотя это не такой уже и финальный. Тут может быть
еще какие-то, видите, поворотики, заворотики. И мы можем здесь все-таки еще что-то да и найти. Тут никого нету. Хорошо. Значит, мы пришли сюда, у нас спуск. Показалось или... А, колонка. Ладно. Угу. Значит, мы пришли отсюда, подъем по лесенке, и вот по этому коридору мы не ходили. Давайте же здесь тоже обследуем все, посмотрим внимательно. Какие-то двери непонятные. Которые закрыты. Ага, 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 мы отсюда пришли. Вот я же, видите, заблудился. Угу. Тут у нас это вот раздвоение. Вот сюда по этой дорожке пойдем. Обследуем, обследуем. Подъем наверх, и мы выходим вот сюда. То есть, по сути, тут по дороге нам не встречался ни один манекен. Там был такой вот этот вот спуск. Да, вот все, тут манекенов нет. В принципе, мы, так сказать, расследовали еще одну такую развилочку. Просмотрели еще одну развилочку, да. И проходим через решетку, ищем дальше. Напоминаю, что у нас пока что всего лишь 4 манекена. Вот мы спустились в какую-то спальню. Коридорчик и двери. Двери, за которыми уже пустота, ничего нету. Но остается нам этот коридор разведать. Что же прячется за этим коридорчиком? Что тут? Ага, тут эта решетка. Получается 4 манекена и один горящий пятый. Ну, значит, наверное, и все. Остается нам вернуться на базу и выстроить красиво наши манекенчики. Горит. Ничего не вижу, ни манекенов, ничего такого, что можно было бы подобрать. Значит, потихоньку бежим, 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 бежим домой. Тут нету, нету, нету. Все, по сути. А, тут мне сейчас... Чуть я не нарвался на конец игры, видели? Я мог туда пройти, но у меня игра бы закончилась. И бы... Блин! И на этом бы наш бы челлендж прервался, можно сказать. Мы летим сейчас наверх. Вот. Это дом соседа. Это его веранда. Летим прямиком домой. Кстати, может, возле машины где-то есть? Возле машины не наблюдаю. Хорошо. Значит, кружку оставляем вот здесь. А манекены еще два получается у нас вот тут. Тихо-т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 ихо
забираем. Видите, что происходит? Они сходят с ума. Они не хотят, чтобы я их строил. 4 манекена, 4 слота. Подождите, команда не пишется почему-то. Ага, все, английский язык надо было переключиться. Хорошо, вот мы стоим. Пробуем выстроить так, как я и хотел. Первый манекен, второй манекен. Видите? Или им здесь места мало, или просто это они не хотят вместе стоять, потому что они... Знаете почему? Потому что они ревнуют друг дружке, скорее всего. Видите, что происходит? Значит, мы идем на улицу их строить, потому что здесь не получается. Давайте искать площадочку более такую интересненькую. Я бы хотел бы где-нибудь на солнышке. А давайте вот здесь на солнышке. Тут освещенная территория. А, я что, не могу пройти? Тогда вот здесь. То есть я тут меня, в принципе, словить не должен. И солнце заодно будет освещать. Раз. Вы гляньте, что происходит. Они не хотят строиться. Почему они не хотят становиться? Может, присесть надо? Не хочет становиться? Что с ними такое? Крутится. Почему они не хотят становиться? Что с ними не так? О, кажется, ставят. Но ненадолго. Ну тебе колбасит, как сумасшедший. Итого, всего у нас насобиралось целых... А, вон, две летают, как-то их колбасит. Как-то непонятно, что это такое. Сосед что-то еще пишет. Итого у нас насобиралось 4 таких, как бы, манекена Сьюзи живых и одна горящая. В принципе, челлендж можно считать законченным. А сколько найдете вы манекенов в игре? С вами был Ниломоб, и до скорых встреч. Пока-пока.